Бахридин Джалолов является информационным партнером энергетического напитка King Kong Energy. Камил! Благодарю, молодец. Вчера, если честно, очень сильно меня задели. Чем? Остальным спортсменам. Еще раз. Расскажи. То, что сказали, то, что когда никакой неуважение к дагестанским братьям. Сказали, если другие бойцы в индустрии именно выходят против дагестанцев, у них очень мало шансов. Да, так и есть. Я доказал обратно. Да, доказал. Я готов подраться с вашим чемпионом. 66-70. А что тебя задело? То, что очень мало шансов. Ну так же всегда бывает. Есть же чемпион Хабиб, есть же чемпион Ислам. Не, это не спорно. Я говорю то, что все считают, что когда кто-то дерется с дагестанцем, мало шансов. У тебя есть возможность изменить это. Ты изменил, правильно? Да. Ну все. Спасибо. А то опять с русским языком проблемы начнутся, как у Нурбола. Да, да. Сказал одно, подумали другое. С чемпионом готов. Поздравляю. Молодец. Еще один бой хотел проведить для этого. Все, брат, я вас всех поздравляю. Все. Спасибо, Камп. Я доказал ему обратное. Друзья, всех приветствую, ассаламу алейкум. Спешу вам сообщить очень хорошую новость. Теперь у нас транспортная компания, которая поможет вам ваши вещи, строительные, бытовые или домашние вещи, забрать из России и отвезти в Таджикистан. Независимо от того, где вы находились, мы можем забрать ваши вещи прямо из дома и отвезти в назначенный пункт в любой город Таджикистана. Кафола Транс, я, Бахридин Джалолов, вам советую.